Здорово! Вы когда-нибудь занимались летсплеем? Этот парень четко занимается летсплеем. Сейчас посмотрим. И да, этот ролик идет 2 минуты 42 секунды, стоп меня! И что? Всем привет! С вами Бабушка! И сегодня у меня Вы тоже это слышите? О, Господи Иисусе моё! Да кто это вообще смотрит? Там я видел 12 тысяч. Вот что называется Майнкрафтер страдает из-за того, что не нарубил алмазы, а из-за того, что делает рубрику плюс 150. Кто это смотрит? 8 миллионов. Я посмотрел его Это какой-то заговор. Все, я не могу это смотреть больше. Все. Вот как это вообще можно снимать? Это что там чужой? Это, наверное, лицехват. Вот залез вот этого парня или кто это там вообще? По голосу непонятно. И там чужой вылез и начал снимать летсплей. О, что это за бред вообще? Прошлое видео хотя бы было чуточку угара. А здесь, что это вообще такое? Напишите свое мнение в комментах, плиз. Что это такое? И да, если вы от Эдди, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!